Алиса Власова с детства увлекалась рисованием. Сейчас планирует связать свою жизнь с творчеством, хочет стать ландшафтным дизайнером. Когда узнала о конкурсе, сразу решила принять участие. В своем рисунке Алиса отразила ту профессию, с которой мы сталкиваемся каждый день. Как-то утром я шла в художественную школу и увидела, как тут на углу строители раскапывают яму. Там была разная техника, у них были разные приспособления, они были одеты в специальную одежду. Мне показалось это интересным. А потом Елена Вячеславовна сказала, что конкурс будет, и я решила в нем поучаствовать. Я сфотографировала всех строителей и решила их нарисовать. С выбором своей будущей профессии, по словам специалистов, Алиса не ошибалась. Ее таланты в Анапе будут востребованы. На мой взгляд, в городе-курорте Анапы в ближайшее время очень востребованными специальностями будут. Это прежде всего архитекторы, ландшафтные дизайнеры. Это те люди, которые разработают план развития нашего города-курорта, разработают его архитектурный дизайн, новый стиль, отработают полностью по всем улицам и площадям, по всем скверам. Прежде всего, это наши набережные, это места массового пребывания людей, это приведут в порядок наши анапские пляжи, еще более их, так сказать, благоустроят и приукрасят. Такие конкурсы помогают юным профессионалам не только узнать о том, какие специальности существуют и что такое безопасный труд, но также задуматься, а кем хочу быть я, а что сейчас важно и нужно. Помимо этого, конкурс – это прежде всего соревнование. Дети раскрывают свои фантазии, умения, навыки. И, конечно же, участие – это здорово, это подстегивает их, повышает свой уровень. А победы – это вообще дает им вдохновение на больший труд. Вот. И потом есть такое, что каждый художник собирает свое портфолио, а этот портфолио всегда сыграет какую-то роль в жизни, в будущей жизни ребенка. Сроки подведения итогов конкурса по региону станут известны после 5 февраля. Но поддержать маленьких художников вы можете уже сейчас, проголосовав за них через интерактивный портал Службы труда и занятости населения Краснодарского края. Лучшие работы по итогам голосования получат приз зрительских симпатий. Никита Бойко, Алина Иванова, Михаил Попов, Анапа регион.